Жительница Заводоуковска создает новогоднее настроение не только себе, но и всем окружающим. Уже 9 лет Елена Черных украшает территорию возле дома. Флажки из фанеры сделала своими руками. Мягкие игрушки принесли соседи. Некоторые нашли в мусоре, отмыли и дали им вторую жизнь. В этом году новинка от джутовой подделки еще никто не видел. Они тоже сделаны руками Елены. Деревья вокруг украшают более сотни ледяных фигурок. Формы копили годами. Идея такой фруктовой тарелки родилась прямо за столом. Новогодние убранства отлично дополняют настоящую ель, символ праздника. Огни на ней зажигают каждый вечер. 10 сантиметров сеянец, но он потом вырос вместе с сыном, он у меня рос. И вот это специально для того, чтобы наряжать елку. Ну, ее каждый год наряжаем, люди радуются. На работу идут, и уже радостно, как бы, это, они всегда, говорят спасибо.